Слава Богу, и это особенная недельная глава. Она заканчивает одну часть, одну эпоху жизни народа. И начинает другую. Я бы хотел коротко три пункта дать, которые я здесь увидел. Давайте вначале посмотрим Бытие, 48 глава. И будем читать 17 стих. Здесь происходят очень интересные вещи. Рождается народ. Рождается почему? Потому что, да, мы знаем, с Авраама он уже родился. Но мы же говорим сегодня о коленах Израиля, да? И вот мы здесь видим эти колена. Вот мы видим здесь, как дальше Господь дает определенное слово. Каждому колену. Но так ли это все просто? 17 стих. «И увидел Иосиф». Иосиф в этом месте приводит Ефраима и Манасию. Вы помните, очень особенные дети. Они... Амин? Ефраим откликнулся. Но наш Ефраим даже гораздо более... Вернее, гораздо менее спорный в этом отношении, чем тот Ефраим на тот момент, перед тем, как он подошел к патриарху. Но тем не менее, Иосиф, Манасия и Ефрем, они подходят. Манашев и Ефраим магии. И Иаков решает дать им благословение. Иаков махлит левареху там. Иосиф подводит, и он ожидает определенного действия от отца. Иосиф мавечный банав, ву мецапелет дворим самим авив. И Писание говорит, и увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема. Вера Иосиф, ки яшит авив яд имено аля рош Ефраим. И прискорбно было ему это. Веираа беинав. Интересно, прискорбно было ему это. То есть, по традиции правую руку надо было положить на первенца, благословить его, но он кладет совершенно другим образом руки. Отчего стало прискорбно Иосифу? Интересный вопрос. Может быть, от того, что он видел, что отец стареет, и он думал, что ну вот уже и патриарх нашего народа слаб глазами стар. Стал. Кенерой вин, что аба шело квар закен, и он квар ло рое тов. А может быть от того, что он ожидал определенного действия от Бога, определенного движения от Бога. Он знал, что на Иакове, на отце, лежит Дух Божий, и он ждал этого благословения. ואולי הוא ציפה למשהו מסוים מאלוהים, שאלוהים דרך אביו יברך את הבן הבכור שלו. И когда оно пошло не так, כאשר הדברים התחילו ללכת לא כפי שהוא ציפה, у него внутри появилось возмущение и огорчение. אז פשוט נהיה לו רע ועצוב. Но раз он не говорит так, как я этого ожидал, значит, может быть, не Бог вообще это делает. И мы читаем дальше, и мы видим, и сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой. Вазумер, локах. Яков. И здесь давайте сделаем паузу, посмотрим на нашу жизнь. Когда мы чего-то ждем от Бога, просим от Него что-то, может быть, ожидаем Его движения в общине, может быть, ожидаем Его движения в семье, в работе. У нас есть обычно план, как мы хотим, чтобы Бог это делал. Но знаете, новость отсюда? Бог делает не так, как есть в нашем плане. Более того, это был не план самого Иосифа, так было принято годами. Слушайте, первенец есть первенец, и нечего тут придумывать свои правила. А Бог говорит, нет, ребята, у меня есть свой план, который может весьма отличаться от ваших ожиданий.
И Писание говорит дальше, и сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой. בפסוק 18, ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי מנחה על ראשו, וימן אבי ויאמר, ידעתי בני, ידעתי. И дальше он начинает говорить слово от Бога в жизнь этих двух детей, и он берет, он называет их своими детьми. ואז יעקב בעצם מברך אותם ומקבל מילה מאלוהים וקורא להם שהם מעכשיו בנים שלו. Когда требуется усыновление? מתי אנחנו צריכים בעצם לקבל ילדים לעצמנו? Наверное, когда с родителями что-то не то. אנחנו יודעים שאם יש בעיה בהורים, אז לוקחים את הילדים מההורים ומעבירים את זה למשפחה. Что было что-то не то с Иосифом? השאלה, האם היה משהו רע אצל יוסף? Или, может быть, просто нужно было так для Божьего плана? אבל פשוט יכול להיות שזה מה שצריך לקרות בתוכנית אלוהית. Потому что эти двое стали тоже частью колен Иакова, колен Израиля. כי שני הילדים האלה הם נהיו חלק משבטי ישראל. Второй момент. Никуда ж не, а? Дальше Иаков, мы видим следующую, всю следующую главу, он раздает определенные пророчества, определенные благословения для каждого из своих детей. בפרק ממתת אנחנו רואים שיש ברכה ייחודית לכל אחד מהשבטים. И слушайте, некоторые из них такие, что послушал его и сразу пошел и удавился. ויש כאלה שפשוט אחרי הברכה אפשר פשוט ללכת ולקפוץ מאיזה צוק. Ну посмотришь и думаешь, ну как это так, что все меня будут бить, все меня будут гонять, здесь я не найду места, там я не найду места. כי יש כמה נבואות שממש קשות, כולם ירדפו אחריי, כולם ירביצו לי. А другим наоборот, жизнь в масле. וכל השאר, רבים אחרים קיבלו חיים בשפע. Но продолжается жизнь. אבל החיים ממשיכים. И здесь вторая вещь. У каждого действия есть последствия. ולכל, זה כאן נקודה שנייה, לכל דבר יש תוצאה. Пророчества в эти колена идут не просто так, а опираясь на те действия, на те вещи, которые они делали уже, и Господь, Он вне времени, сделает еще. ונבואה כאן על כל אחד מהשבטים, היא נשענת על דברים שהאנשים האלה עשו בעבר, וגם נבואית, מה הם יעשו בעתיד. И иногда надо научиться жить с тем, с той судьбой, с тем помазанием, с тем предназначением, что Господь дает нам, даже когда это не всегда нравится. И делать это лучшим образом. Но одно из самых интересных мест здесь, это 8 стих, это благословение Иуде. Одна из самых лучших вещей. Ахата брахота ютерто вот. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его доколе не приедет. И вот здесь давайте сделаем паузу. До 10. Шмона от халашил эсер. Иуда ата юдуха ахиха, ядха бе орефа ивеха, иштахаву леха бне авиха. Гур арьер Иуда митерев бне алита, кара равац ке арьеу калави мия кемену. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. Братья уже научены опытом, они уже знали, что бывают у отца любимчики. Но тут не вопрос любимчика в отца. והאחים כבר יודעים שאבא שלהם אוהב לבחור ילדים מיוחדים. Говорится, такое хорошее, что хочется, чтобы оно сразу пришло. והדברים כל כך טובים נאמרים כאן, שאנחנו רוצים שזה יקרה מיד. Я думаю, Иуда вышел... Вот в этот момент он был настолько окрылен, настолько вдохновлен. Иуда, я думаю, яца меавив, бемет, им мацав нефеш мод мурумам. Знаете, когда ждешь чего-то, спать ночами трудно. Зе, кшата мецапеле машу, это мамаш миткаше филу лишен. Ждешь, что вот завтра, знаете, как дети ждут на Новый год подарков, ну ждали там. Здесь на Хануку, может быть, ждут. Зе, кмош елядим, ше мецапим ле машу, ше хаг мусуяб ле йом ахурат, им каше ле лем ле ирадем. Уже день и ночь ходишь вокруг того места, где они должны быть, и ждешь, ну есть они или нет, когда этот Дед Мороз придет. והם מסתובבים ומחכים למתנה הזאת שתגיע.
Но тут говорится следующие вещи дальше. Не отойдет скипетр от Иуды и законодателя чистого, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. И здесь говорится опять-таки о Машиахе. וכאן אנחנו רואים שמדובר על משיח. Мы говорим, вся Тора, все так или иначе говорит о нем. אנחנו יודעים שכל תורה ונביאים מדברים על המשיח. Иаков пророчествует о нем. ויעקב מנבא עליו. И он говорит дальше хорошие вещи, сильные вещи, но он говорит уже, он переключается о более важном, о той цели, куда надо идти. הוא מדבר על דברים חשובים ומעניינים, והוא מדבר על ייעוד ועל מטרה שאליו צריך להגיע. Я не знаю, что было внутри Иуды. אני לא יודע מה היה בתוך יהודה. Но я думаю, что он тоже ожидал, что будет что-то сильнее, чем он даже хочет. אבל אני מאמין שהוא ציפה למשהו שהרבה יותר גבוה ממה שהוא רוצה. И подобное происходит в нашей жизни. וזה מה שקורה בחיים שלנו. Господь говорит в нашу жизнь очень сильные вещи, хорошие вещи. אלוהים מדבר על חיינו דברים חזקים וטובים. Но не всегда они сразу являются. И дальше мы знаем, проходят сотни лет, сотни лет. Но вы знаете что? То, что мы читаем сегодня эти слова, говорится о том, что эти слова передавались из поколения в поколение, в поколение, и эти пророчества не умирали. ואנחנו בעצם יודעים ורואים שהמילים האלה עברו מדור לדור והנבואה הזאת לא מתה. Все потомки могли жить этим пророчеством. כדי שכל השבטים וכל הדורות יחיו על פי הנבואות האלה. Послушайте то, что Бог может быть однажды вложил в нашу жизнь. ותחשבו שאולי אלוהים שם משהו בתוך חיינו. Какие-то пророчества, какое-то слово. מילה מסוימת או נבואה. Которое, может быть, до сих пор не раскрылось до конца, это не значит, что оно никогда не сбудется. זה לא אומר שכבר לא תתקיים ותתגשם. Это значит, что придет время. זה רק אומר שיבוא הזמן הנכון. И сбудется все. והכל יקרה לפי מה שהוא אמר. И мы это видим в Писании. ואנחנו יכולים לראות את זה בכתובים. И третья, последняя вещь, что Писание нас учит быть самими собой. ודבר אחרון, נקודה אחרונה, שכתובים מלמדים אותנו להיות כמו שאנחנו. Вы знаете, верующие не становятся верующими от того, что они ходят в собрание. אנשים מאמינים לא נהיים מאמינים כי הם מבקרים בקהילה. А как раз таки ходят они в собрание, потому что они верующие. אלא זה ההפך, הם באים לקהילה בגלל שהם מאמינים. И они хотят собираться вместе, быть вместе. הם רוצים להיות ביחד בין מאמינים. Для того, чтобы обсудить Слово Божье. И для того, чтобы быть самими собой. Потому что, мы иногда думаем, что мы совершенно другие, чем на самом деле мы есть. Понимаете, о чем? Я говорю о том, что когда Бог сотворил нас, אני מדבר כשאלוהים ברא אותנו. Он вложил в нас свой образ. הוא שם בתוכנו צלמו ודמותו. Вот такие мы. וזה מה שאנחנו. Вот такие мы есть. וזה מה שאנחנו צריכים להיות. Не вот это наше, наполненное нашими предрассудками, нашими слабостями, нашими какими-то желаниями низменными, плод. Нет, не вот это, а вот тот образ. והמהות שלנו זה לא החולשות שלנו והדברים המוזרים, אבל באמת המהות שלנו זה הצלמו ותמותו של האל. Вот он и есть мы. והוא זה בעצם אנחנו. И собрание верующих это то место, וקהילת מאמינים זה אותו מקום, где мы можем стать наконец-то самими собой. В золотом оком, что сов-сов нахуй хрим лёд отсмену. Реализовать то, что Бог вложил внутри тебя и меня. Лакшим это маше Элоим сам бетухаха и бетухи. И тогда придет время. Ваз его азман. И все пророчества, все слово, которое Бог давал нам, совершится полностью. Ваз его азман, ша милим ва невод идгашму бо. Амен. Амен.